У памятника воинам-интернационалистам 15 февраля димитровградцы собрались почтить память погибших в далекой афганской войне. Я считаю, что такие мероприятия очень важны для нашего города, они важны в первую очередь для нашей молодежи, потому что молодежь должна знать нашу историю, должна знать, какой ценой, во многом, наверное, это ценой своей жизни, а наши соотечественники, наши меликесцы, наши граждане ковали вот эту вот победу. Юбилейные награды прошедшим афганскую войну. Минута молчания в память о погибших. Собравшиеся на митинг воины-интернационалисты вспоминали те далекие события. До того, как открыли мост, наша часть находилась в Узбекистане под Термезом. Вот, через мост, который вот как раз выводили войска, вот мы по нему как раз завозили все грузы. Возили мы все грузы, начиная от медицинских, заканчивая военного назначения. По окончании митинга по традиции к памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы. Татьяна Лисеева, Константин Белов. Наше время.